Сегодня мы играем в Free Fire Battlegrounds. Подписывайся на канал Вас 301, наш футбол, канал моих друзей и на меня. И кто любит Майнкрафт, подписывайтесь на крутые каналы. Канал Ял, Кейн и Раф. Они вообще топчик. По мне. Очень люблю смотреть, они такие смешные и крутые видео снимают. Все просто бомба. Не такие видео снимают. Что это говорю? Так, это может... Эмка. Я люблю это. Я... Когда сам играл, завалил. Просто топ. Один чувак завалил, другого. Ой. Коса. Отлично. Не, я с этой. Я не с эмкой заводил, я с коса завалил. Лем, отлично. Зачем беру? Продлеем, да. Брони. Блин, а... Скар! Опупить. Не, ну, давай не ставим. Не, ну, Скар, блин. Посмотрите, там можно... Сейчас присел. Не могу... Карчик, топчик. Кстати, канал Яла снимает Ирава, еще Overwatch снимает. Тоже крутая игра. И Battlegrounds, по-моему, она так называется. Ну, это такая, это просто телефонная игра, но там намного вообще круче, там реалистичный и, ну, вот почему я скачала эту игру, потому что как они начали снимать, мне сразу понравилась эта игра. Так что аптешка, кстати. Да ёшкин кот. Гигл, блин, мне тачка нужна.
Если же, если вы думаете, что я делаю, это я машину смотрю. Если что, вот эти вот две свалки, это не машина. Кто не знает. Так, чик. Пойдем в этот дом. Так, а мне не нравится, что тут все двери. Что тут дверей нет. Это она носка. О! И на носок возьму. Не призрачок второго. Эх, придется пешочку. Нельзя запрыгнуть. Я один раз просто в похожем месте нашел машину. Пикапчик. Опа, гараж. О, боже мой. Скар, патроны. Рюкзак второго. Вау. Опять скар, патроны. Опи. Кого я тут видел? Здесь он много занимает. Это первого. Третьего. Три аптечки. Что-то скор слабый. Неплохо. То что за... Ну... Там был не жрёк.
Все, замутил. Просто. Я вот по машине. Опа. Какие-то счёты. А, это просто убийство. Где же один? Да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал Вас31, наш футбол. И на меня, канал Димона. Именно канал. И кто любит, напомню вам, и кто любит Майнкрафт, подписывайтесь на Ял, Раф и Кейн. Кейн снимает, по-моему, только Майнкрафт. Да, только Майнкрафт. Бывают там некоторые игры. Аял и Раф, они снимают другие игры. Battlegrounds и Overwatch. Всем пока!